не засрал. Вот, нет. А там греческая? Где я не обратила внимания. Снимать свои видео дома, в студии или в ином месте? Дома. Я дома. Так ты отвечаешь у нас? Ну ладно, ты отвечай. Ну вместе. Допустим, ну, как ты у тебя заказали рекламу. А, греческая. Ну, иначе неправильно почитала. Как ее подашь? Главное, перейду к ней во время разговора где-то в середине видео. Просто ставлю... Блядь, это зависит от того, как попросят. Как рекламодатель скажет, так и будешь делать. Делаю красивую, качественную рекламу, связав ее с темой видео, которая она будет внедрена. Никогда не собираюсь рекламировать что-либо. Тот, кто делает этот тест, видимо, не знает, как это работает совсем. Это так не работает, народ. Тебе приходит рекламодатель и говорит, у нас значит задание, ты должен красиво интегрировать рекламу, например. Начало примера. Да, или они говорят, прирол ставишь. Либо ты должен делать какую-то крутую подводку, например. Либо ты должен обязательно сказать, сам либо пользуюсь таким продуктом. Да. Либо должен был сказать такую-то фразу. И там есть прям такие вот цитаты, которые нужно использовать. Ты больше выступаешь за качество или количество видео? Саха. Республику правильно говорить, а не саха. Будем знать. Да срать я хотел, так сказать. О, какой ты жесткий. Ну, я слышала про этот конфликт. А может, смотрели? Нет, мы не смотрели, мы просто слышали. Я новость читала. А, мы просто обсуждали. Мы просто обсуждали, сидели по этому поводу. Как сильно просьбы зрителей будут влиять на твое творчество? Все исполню, что зрители просят. Многие пожелания зрителей будут учитываться. Если наберется большое количество людей с одинаковой просьбой, возможно, реализую. В основном буду реализовывать лишь свои идеи, но, возможно, когда будут спрашивать советы зрителей. Алина, как ты бы выбрала? Я не знаю, как заблокировать, почему-то меня не блокируется. Видишь, просто удалить можно чат и все. Ну так нажать. Я нажимала. Подожди, я короче, замутала. Если наберется количество большое, то мы подумаем. Да. Готов ли ты жертвовать здоровым сном и бодрым духом ради видео? Нет. Нет, не готов. Был такой период в жизни, нахер это все. Нахер жертвовать. Там маразм вроде видос вышел по этой теме. Ну, я видела, да. Ну, просто, ну, не знаю, можно посмотреть будет, что если еще актуально. Что вы больше всего предпочитали рекламировать? Вообще плевать. Вон возьму онлайн-казино, рекламирую. Что-то тесно связанное с темой моего видеоролика. За каждую рекламирую. Категорически отказываюсь рекламировать что-то в своих видео, что-то с игровой тематикой. Что закажут, я порекламирую, но надо, чтобы это было не казино. Получается, третий пункт. И ты еще выпендриваешься все равно. Ну да. Не то, что казино, там много чего еще. Короче, не скам нельзя рекламировать. И это не хочу, и то не хочу. Нет, ну там... типа скам нельзя рекламировать. Я бы что-то игровой взял. Ну, блин, ну, короче, скам. На что планирует снимать свои видео? О, а что там у них тут? 6400 нарисовано. Ну, на другую качественную камеру, естественно. На какую-нибудь программу? А как это камера и программа? Это же разные вещи. Ну, человек, который делал этот тест... Человек. Он не понимает, что это такое чуть-чуть. Он человек, да. Он верит человек. Как часто ты будешь снимать видео? Вообще плевать по настроению. Захотел, снял. Могу хоть полгода видео не укладывать. Не знаю точно. Но реже, чем раз в неделю. Очень часто. Скорее всего, каждый день. Как попадет? В основном не меньше, чем раз в неделю. 1-2 раза в месяц. Мне кажется, это оптимально для видео. Вообще класс. Это вообще отлично. Подготовился, сделал, прекрасно. Так, кто мы будем? Давай. У меня просто Алиса, почему Алиса рассказывает про своего батю? Ну там просто к слову пришлось. Ой, мы обзорчик. Мы обзорчик. Почти совпало. Мы обозревать что-то, фильмы, игры или что-то иное. Гам показывает людям, что говно, а что приемлемо. Желательно аргументировать свою позицию. Понял как? А тут нет правильных вариантов ответа. Тут просто мы выпали обзорщиком. Мы обзорщики. Надо было каждый день выбирать. Выпали бы реакционеры, между прочим. Стой, не листай.